сказка. Это что-то доброе, теплое, что-то из детства. То, чего порой так сильно не хватает каждому из нас. Место, где можно почувствовать себя королем и королевой жизни. Но, к сожалению, мы перестали верить в сказку. Мы перестали замечать ее. В этой суете и круговороте каждого дня наш груз заботы и ответственности просто не позволяет нам видеть то, что сказка вокруг нас. Что мы ее творцы, мы ее авторы. А ведь стоит только присмотреться, и сразу все меняется. Вся рутина повседневности тут же уходит, а время словно останавливается, позволяя насладиться моментом. Сказка делает нас светлее. Именно она позволяет нам оставаться теми детьми, которыми мы являемся глубоко внутри. Она учит нас самому главному — доброте. Тому, чего так не хватает в наше время, в нашей жизни. Сказка дарит надежду. Это возможность поменять себя и свой привычный ритм. Увидеть луч солнца в тусклом небе. Но самое главное, что у каждой сказки есть свой глубокий смысл. Наш смысл в том, что каждый герой нашей сказки главный. И если все мы в нее поверим, то она обязательно живет. Она станет частью нашей жизни, потому что в нашей жизни иногда так не хватает чуда. Друзья, помните, что только от нас зависит, чтобы наша жизнь была похожа на сказку.